кто ж здесь главный? Вы командир? Вы командир? Разрешите представиться, подполковник Смолик. Вы знаете, что ваши сотрудники действуют в обход служебных инструкций и закона к неприкосновенности женщин? Это мое дело. Это наше общее дело, которым мы все будем заниматься под моим руководством. Вы опоздали? На 20 минут. На 5 часов. Ни на одной видеозаписи грабители не приносили с собой ничего похожего на винтовку. Итак, коллеги, что мы имеем? Я отвечаю за внутренний климат в отделе и принимаю решение для его поддержания. Чтобы Абашева не задержали, я предложила Демидову сделку. Компромат на другого сотрудника. И на кого же? Отдыхайте. Александра Ивановна, перестаньте воспринимать меня как соперницу. Сходим вместе в клуб? Спасибо. Но клуб вечером – это не мое. Так, Екатерина Максимовна, в срочном порядке назначите летчику Амельченко медкомиссию. Слушаюсь. Давление у тебя, Ром, 2 месяца уже. Ни туда и ни сюда. Мандаринку хочешь? Все. Я тебе сегодня вечером платье покажу. Мы с мамой вместо фаты мне волосы цветочки купили. Очень красиво, тебе понравится. Ром! Держи. Блин! Жизнь летчика пышна и коротка, как юбка балерины. Привет. Полетим, не пришла. Как вы проведете сегодняшний вечер? Просторно у вас тут, как обычно. Я ее никуда не повезу. Почему? Потому что это моя мама. Что ты предлагаешь? Ты знаешь. Теперь ты меня уважаешь, да? Теперь я не маменькин сынок, настоящий мужик, да? Я не понимаю, мы уже проговорили это 100 раз. Почему ты злишься? Тебе объясню. Потому что ты не чужой человек. А я? Я тебе кто? Mm-hmm.